Ну вот цены в Берлине на топливо. S-Bahn Wedding лез специально наверх, чтобы прославить Олафа. Вот такая вот любовь. Ну, на этом здании кто-то не поленился нарисовать огромную веселую гусеницу. Бая здание. Веселая гусеница. Зеленый ковер, и на нем всякие разные штучки. Написано Wild Republic. The Wildness is in us. Что дикая природа прямо в нас находится. И вот мы можем рассмотреть поближе это все. Палатка прямо на стене, вот так вот можно спать. Была не вертикально, и только лампочки, подсветка. Постарались на славу и любят рисовать на стенах, и им позволяют рисовать на стенах. Есть возможность самовыразиться вот на такой огромной картине. Стена, наверное, 10 метров на 20 или 5 на 10. Сложно так оценить. Учитывая размеры, наверное, непросто все же это нарисовать. Ну и еще короткий обзор, что клеят Wedding на стенах. Это веселенькие фигурки, тайны йоги, еще йоги. Йога здесь в почете, похоже. Веселый менеджер, который производит тесты. Здесь что-то на турецком. Теперь подписаться. Еще это уже прошедший Валентин день. Веселенькие дамочки, все в цветах. Что-то скажи именно. Это стенка, которую мы уже рассматривали. Но эта надпись как нельзя лучше подходит тому, что сейчас происходит. Шлаф киндлай шлаф обозначает спи, ребеночек, спи. И вот наш ребеночек спит сладким сном, Мишенька. Он, Мишка, может поспать, но мы не будем здесь спать именно здесь, а мы пойдем прогуляемся все-таки немножко дальше. Идем. Папа. Мишенька, как ты думаешь, от чего там эти трубы? От води. Дома какого-то. А дома? Думаешь, там и такие трубы могут быть? Да. Только их три. Рассмотрим их поближе. Да. Вот так, ближе, ближе. Опять же, на фоне серо-голубого неба в последнее время почему-то вот именно эти цвета преобладают. Большой город и большие трубы. Опять же, какая-то, наверное, тепловая станция. Смотри, какой домик прикольный. Смотри. Смотри, кого тут разрисовали. На тему вот посмотри. Это прямо как Пикассо, смотри. Да, сплошной абстракционизм. Столько краски израсходовано, можно было бы что-то толковое нарисовать, а не просто вот эти каракули повсюду. Причем я даже не улавливаю ни в одной хоть какого-то смысла. А? Нет, рыбок. Ну, рыбок-то мы отсюда их не увидим, Миша, высоко слишком, и вода мутная. Вот единственное, что я встретил интересного на этом мосту, это именно не граффити, а тут это просто всякие надписи, а вот это вот наклейка, еще одна наклейка симпатичная, и вот это вот совсем старый монотопик. Ну и такие вот еще веселенькие ребятки. Судя по маскам, эта наклейка абсолютно свежая. Не знаю, наверное, что птички могли присесть, понять, для чего они здесь. Прямо какая-то
радость медалиста. Такой не хотел бы я упасть, был бы парашютистом.